Ну, обошлось. Миронов. Бам. Добивание. Бух. И ловушка. Проскурякова быстро. Так, и что здесь? Здесь нокаут. Как будут арбитры действовать вот сейчас вот в этой ситуации, мне интересно. Но нет. Вторая серия. Миронов. Пайгин предлагает танец. В этой ситуации Петухов красавец. Он просто заработал сейчас 2 минуты. Пайгин. Глупое решение. Оставляет втроем свою команду. Судя по тому, что мы сейчас увидели. Конечно, может быть, там где-то и обоюдка прилетит. Но в целом Пайгин. И в Москве у него было глупое удаление, когда 0-6 попали. Да, в этой ситуации, конечно, красавцы арбитры, все грамотно разобрали. Получается, Пайгин получает 4 минуты, Миронов получает 2, Петухов не получает. Петухов уже получил. Петухов.